Кавалер Кинг Чарльз Спаниель – любимая порода собак моей мамы. И каждый раз, когда они приходят к нам на стрижку, я представляю, что когда-нибудь подарю маме такого же. Эти собачки очень очаровательные и милые. Нуждаются в достаточном уходе и постоянной компании человека. На груминге мы всегда тщательно вычесываем им спину, а потом хорошенечко купаем, особенно ушки, ведь это самая грязная часть тела у спаниелей. Сушим феном, снова прочесываем. И делаем основную стрижку. Выбриваем подушечки лап и немножко подстригаем. Кстати, у выставочных собак так делать нельзя. Им отращивают максимально длинную шерсть на лапочках. Ну посмотрите, как можно в такого не влюбиться. Просто маленькое чудо.